можем зайти? А почему? Нет, все общественники. Идите сюда. Людям, мы хотим зайти. Скажите, молодой человек, вот реальный пример. Вот приехал мужчина с Радиевки, привез заявление. Почему у него заявление не принимают? А вот такое отношение имеет к этому человеку. Я только что узнал, что он приехал. Покажите, да при чем тут моя заверенность? Зачем? Я беспокоюсь так же самое, как гражданин Украины. Приехал подать заявление прокурору области. Почему не принимают заявление? Хорошо, спросите этого человека. Я хочу его защитить. Ну, почему вы не принимаете? Я ему объясню. У него жалоба на прокуратуру Радиевского района. Потому он приехал в прокуратуру Николаевской области. Вы говорите, подавать заявление, жалобу или претензии в районе. Поэтому давайте мы не будем давать свою оценку. Да какая разница, какая ситуация? Человек приехал с заявлением. Примите, пожалуйста, и зарегистрируйте его заявление. Нет, все, что это А я уже не задумываюсь, мне зараз нет. Его оформим. Проходите, это письменное будет. Вы что-то хотите? Мы зараз его оформим. Я ничего, у меня рабочий кабинет там. Я на дворе не приймаю. А зачем нагнетать обстановку? Пусть выйдет прокурор к нам. Так можно меня лучше позвать. Нам нужно ответить, когда мы сможем с прокурором пообщаться. Я вам только русским языком сказал. Прокурора! 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 А можно узнать вашу должность? Прокурора! 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 Скромный? Прокурора! Якого видела? Питання розгляду стара прийому громадян. Почему у нас все чиновники так людей бояться? Мы к вам! Спасибо вам! Что, товарищ Валерий, смотрите, кроме у каждого общественника на российском вопросе, вы обещали 3 месяца назад встречу ежемесячную с общественниками, если я не помыляюсь. Помните, мы разговаривали? Так. Что это будет письмо? С кем? 3 месяца нет. Был я в Первомайске, был уже. Не, вы ответите, будет встреча с вами ежемесячная или нет, то, что вы обещали. А вы хотите именно, чтобы Миколаев? Конечно. Общественность, вот стоят все люди, у них есть, что вам рассказать. Для громадской все открыты. Хочете Миколаев, значит, будем и в Миколаев. А врать, назови, да. Пришли, почему, что мы делаем здесь. Вячеслав Павлович Кривовянск, когда заступал в должность, собрал всех общественников и обещал нам, что теперь каждый месяц мы будем встречаться по наиболее резонансным и громким делам, кричащим, он нам будет давать ответ, как эти дела прошли. Была обещанка, прошло уже, наверное, около 3 месяца, как бы. Вообще невозможно к нему попасть, во-первых, этот герой сегодняшний, его зам. Я даже первый раз, когда принес заявление по медицине, по 4-й больнице, он меня просто отправил. Сказал, прокуратура этим занимается, сюда не приходите. Сейчас то же самое. Ну и вот мы ждем, что Вячеслав Павлович будет с нами встречаться, потому что все эти дела, что занимаюсь не только я, там другие общественники, все они глушатся, топятся. Ну он обещал, нет? Сейчас, да, пообещал, но опять же сказал, на сайте выложат. На сайте выложат что? Прокуратуры дату, когда мы будем встречаться. Когда прокурор будет встречаться. Да. Мы хотим. Спасибо.